Всем привет! Сегодня мы купили принтер, и сейчас будем его вместе с вами раскрывать. Вот так вот он выглядит. Так, еще я взяла специальную бумагу, фотобумага для фотографий. И сейчас мы его откроем. Блин. Ну подождите. Выключи. Так, все, открываем. Так, что у нас здесь? Первым делом мы сейчас прочитаем инструкцию. Здесь драйвер. Вот сюда пока убираем. Здесь тоже какие-то инструкции. Руководство по началу работы. Все, вот это мы сейчас будем все читать, а потом только включать запускать его. Будем. Так, что у нас здесь? Здесь у нас картриджи. Два картриджа. Смотрите, черный и цветной. Смотри, мам, как будто бы глаза вверху. Так, ложи туда. А какой, как понять, какой из них? Там написано вообще. А, да. Так, это шнур. Это нужно к компьютеру присоединять. Нет, это а, розетка. Это краски. Не открывай пока. Ты прочитал инструкцию? Нет. Ну, ты когда она прочитаешь. Жидкая. Она жидкая, да. Вот черная. Все, они будут смешиваться и будет получаться разные цвета? Да. Ого. Красная, желтая, синяя. А как из них серый получится? Настя. А, наверное, принтер тебе все сделает. Так, вот такие вот баллончики. Так, убираем в сторону. И сейчас мы его откроем, вытащим с коробки. Так, вот мы его открыли. Так, на первое время я ничего не понимаю тут. Так, ну-ка, чуть-чуть вот так вот его. Так, вот здесь будут заливаться. Держи крепко. Держу. Цветные вот тут, а вот это, наверное, черное. Да, это черное. Вот отсюда будет выходить листы. Сейчас мы все сначала прочитаем. А потом сделаем обзор, как он печатает. Так, ну все, подключили мы принтер, заправили его, уже пробовали печатать, нам очень нравится. Могу порекомендовать вам этот принтер, так как в нем заливаются вот такие вот чернила. Вот эти вот все четыре баночки шли в комплекте. Они заливаются вот сюда. Здесь черная, здесь цветная. Плохо видно, ладно. Вот. Этот принтер хорош тем, что в нем есть картриджи, которые печатают. И если вдруг, ну, по какой-либо причине долго не печатают, если картриджи эти засыхают, их можно выкинуть и купить новые. В другом принтере, я спрашивала, таких картриджей нет. Идет сразу на печатную головку вот эти вот заливные чернила. И если принтер засохнет, то можно будет его выкинуть. А здесь просто поменять, купить новые картриджи и пользоваться дальше. Сейчас я покажу, как он печатает. Так, нашла я вот такую вот картинку. Принтер у нас цветной. И сейчас я распечатаю эту картинку. Так, сейчас включу принтер.
Так, сейчас распечатаю эту картинку. Ждем. Работает он не очень громко. Вот насчет цветов, мне кажется, он печатает светлыми тонами. Надо как-то его откалибровать, но я в этом еще не разбираюсь. Вот так вот получается. В общем, принтером мы довольны. Теперь и в школу рефераты будем делать. И просто хочу Ксюхе печатать прописи, чтобы готовить ее к школе. В общем, я очень рада. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Всем пока-пока!